Приветствую тебя на полезном канале. В этом видеоуроке ты узнаешь, как отмыть ручки плиты от жира и грязи, да и всю кухонную печь. Как помыть плиту? Каждой хозяйке знакома проблема постоянно грязных ручек на газовой или электрической плите. Жирный налет оседает на них после каждой готовки, поэтому приходится все время их чистить. Тебе понадобятся ушные ватные палочки, старая зубная щетка, нашатырно-анисовые капли. Ход работы. Смочи ватную палочку в нашатырно-анисовом растворе. Можно взять анисовую настойку. Затем проведи палочкой по ручкам и другим замызганным частям плиты. Подожди пару минут, и ты увидишь, как жир начнет таять, а грязь исчезать на глазах. Если жир сильно въелся, воспользуйся зубной щеткой и обычной губкой. Понятное дело, что духовой шкаф не стоит отмывать едкой химией, поэтому стоит знать об этих щадящих средствах. Средства для очистки духовки. Отлично помогают убрать грязь со стенок и стекла на дверце духовки обычная пищевая сода, лимонная кислота или разрыхлитель теста. Смочи внутреннюю поверхность духовки водой, затем нанеси на стенки и стекло размоченную соду или лимонную кислоту. Оставь средство на 15 минут, а затем тщательно сотри смесь соды и загрязнений бумажным полотенцем. Начисто промой духовку чистой водой, удаляя остатки грязи. Небольшие загрязнения поможет убрать вода с уксусом в соотношении 1 к 1. Уксусной водой смочи стенки, включи на 50 градусов духовку и через 15 минут смой чистой водой загрязнение. Духовку сначала нужно тщательно протереть изнутри бумажным полотенцем, затем намочить стенки изнутри мыльным раствором и дать жиру отмокнуть. Затем налей на противень смесь воды и моющего средства. Поставь противень духовку, включи ее на 120 градусов, закрой дверцу и не открывай духовку полчаса. Водяной пар растворит жир, остатки пищи и прочие загрязнения. Затем просто тщательно протри духовку изнутри мягкой тряпочкой и еще раз промой чистой водой. А можно приготовить пасту для очистки внутренних поверхностей духовки. Смешай в равных долях соль, соду и воду. Получившуюся пасту нанеси на загрязненную поверхность и оставь на ночь. Утру просто смой чистящий порошок водой. Ставь лайк под этим видео, подписывайся на полезный канал, нажимай на колокольчик и поделись полезной информацией со своими друзьями.